Новая неделя начинается с программы «Новое утро», разминки и чашечки бодрящего кофе или чая. Доброе утро, уважаемые телезрители, в студии Асель Арыстангалиева. Физические упражнения с утра, понятное дело, скажете вы. Они улучшают кровообращение, мозг получает больше кислорода, в результате повышается внимание, концентрация и память. А упражнения натощак вообще ускоряют окисление жиров на целые сутки после утренней тренировки. С кофе тоже все понятно. Но как утренние эфиры благотворно влияют на человека? Наверняка вам непонятно. А все просто. Наша информационно-развлекательная программа «Новое утро» с утра не только позволяет узнать все самые свежие новости города, страны и мира, но мы делимся своим настроением и положительной энергетикой, что немаловажно. Итак, из приятных новостей. Кто желает надежно вложить свой накопленный капитал, поскольку понимает, что недвижимость всегда будет в цене. А на фоне повышения всего и на все, самый удачный и перспективный вариант – верно, квартира от строительного холдинга K7 Group. А если вы еще и относитесь к числу военнослужащих, тогда у вас есть превосходная возможность воспользоваться военной ипотекой. Что это такое? Это всего 15% первоначального взноса под 8% годовых. Сроком до 25 лет. Конечно, военнослужащих не так много, но для других действуют и другие программы. Это ипотека от Отбаса банка, цифровая ипотека от Freedom Finance. Есть и рассрочка от самого застройщика. Программа обмена авто на квадратные метры Трайдын. И это еще не все. Сейчас действует Каспи-рассрочка на коммерческие помещения 0012, то есть без первоначального взноса под 0% годовых и на 12 месяцев. В таких случаях 1 квадратный метр коммерческой площади вам обойдется всего в 100 тысяч тенге. Подробности в офисе компании, который расположен по улице Газизы Жубановой, 13D. Номер телефона для справок 8 747 207 0404. Инстаграм K7 Group Актобе. И напоследок, напоминаю, что строительный холдинг K7 Group в данный момент возводит жилой комплекс «Алия» в микрорайоне Батыс-2 на пересечении Южной объездной трассы и проспекта Алии Молдагуловой. Доверяйте лучшим, стройте будущее только вместе с K7 Group. Понедельник, 14 ноября. Сегодня к нам в студию придут учителя и ученики школы-гимназии Былым, которые на днях вернулись из Стамбула, где 5-9 ноября проходила международная конференция. Какие проекты защищали ученики и с чем вернулись в Актобе? Подведем итоги их поездки и поделятся наши гости планами на будущий 2023 год. Да, хочу напомнить, что до празднования Нового года осталось всего ничего. Если говорить точно, 47 дней. И исходя из того, что в супермаркетах «Анвар» уже есть новогодние атрибуты, я думаю, что вы наверняка заметили, праздник к нам приходит, так и хочется запеть. Так что обращайте внимание на акции и скидки от сети магазинов «Анвар» и постепенно покупайте, что необходимо к новогоднему празднику и новогоднему столу. Понимаю, что фрукты и овощи полтора месяца не пролежат в холодильнике и испортятся, но уж напитки-то полтора месяца точно продержатся. Хотя здесь у кого какая выдержка. А вот у чая «Чемпион», например, выдержка до 30 ноября. Ведь именно до этой даты, приобретая чай «Чемпион», вы можете стать счастливым обладателем путевки в Египет. А покупая для дома моющие средства бренда «Биомио» на сумму от 2000 тенге, принимайте участие в розыгрыше бытовой техники, где главный приз – стиральная машина. А порошки, моющие средства для посуды, стекол, кондиционеры марки «Биомио» очень качественные и по демократичной цене. Они помогут вам со всеми домашними делами. Стираете вы, моете ли посуду, полы, окна и так далее. Держать квартиру в чистоте вам поможет продукция от бренда «Биомио». Интересно, что люди, рожденные именно под знаком зодиака Близнецы, самые известные поборники чистоты. Если где-то в их доме есть хотя бы намек на грязь или беспорядок, они не успокоятся, пока его не устранят. Посуда занимает в ряду их раздражителей одно из первых мест. Даже одна единственная чашка из-под кофе может мозолить им глаза до бесконечности, поэтому они моют посуду сразу же после ее использования.
Весы, кстати, тоже воспринимают мытье посуды после завтрака как возможность сделать окружающий мир хоть немного чище и, как следствие, уютнее и прекраснее. Каким будет утро и день у других знаков зодиака, чистым или нервным из-за обилия грязной посуды, узнаем через несколько секунд. Астрологический прогноз на 14 ноября. Овен. В семьях вероятны проблемы с детьми, которые выльются в серьезные расходы. Кроме того, вероятны телесные повреждения или может возникнуть необходимость хирургического вмешательства. Не жалейте средств и сил, постарайтесь избавить себя и близких от финансовых и правовых проблем. Не относитесь легкомысленно к тревожным симптомам. Телец. Этот день неблагоприятен для серьезных дел. Вы почувствуете усталость, которая будет граничить с раздражением и уязвимым состоянием. Сегодня старайтесь не приглашать гостей, не занимайтесь уборкой, не рекомендуются строительные работы. Близнецы. Благоприятно путешествие. Ваше стремление быть в гуще любых событий приведет к тому, что у них возникнет желание оказаться в центре чего-то интересного, и оно осуществится. Неважно, каким образом вы соберетесь путешествовать – с рюкзаком ли на спине, автостопом или в качестве туриста. Главное для вас – ощущение свободы и чистое небо над головой. Рак. Этот день может стать настоящим испытанием. На вас неожиданно свалится крупная сумма денег. Невероятная удача вскружит вам голову, а создавшаяся ситуация приятно удивит. Если вы получите большой выигрыш, то желательно потратить его на благотворительные цели. Добра он вам не принесет. Лев. Едва ли получится исчерпать конфликтную ситуацию, но остудить страсти вам по силам. Завтра никто и не вспомнит об инциденте. Избегайте людных мест, не вступайте в споры с незнакомцами, отложите принятие важных решений, поскольку имеющаяся информация не в полной мере отражает суть вопроса. Дева. Этот день особых успехов не принесет. Вы не склонны сегодня проматывать крупные суммы по мелочам, привычка экономить возьмет верх. Возможно, мучившее вас недомогание пройдет, но состояние общей угнетенности и недовольства собой останется. Сегодня следите за своими словами и контролируйте эмоции. Во избежание усталости подольше находитесь на свежем воздухе, лучше всего в приятной компании. Весы. Противостояние планет сулит разногласия с родственниками, сложности в отношениях с родителями. Дети доставят много хлопот. Ваша эмоциональная сфера в это время нестабильна, вы не сможете реально оценивать возникшие ситуации, поэтому старайтесь не давить на партнеров, которые могут оказаться много сильнее вас. Неплохо бы в этот день привести в порядок семейные дела и отношения. Скорпион. День может поставить перед вами трудные задачи. Воспитание проблемных подростков, уход за престарелыми родителями. Уделяйте больше внимания детям. Ваша строгость к ним не должна переходить в жестокость. Старайтесь не вымещать свое раздражение на близких, чаще навещайте родных, интересуйтесь их потребностями. Это почти единственное, чем вы можете помочь им в защите от недугов. Стрелец. Ваш биопотенциал может быть значительно снижен. Опасны перегрузки и неоправданный риск. Съездите на отдых в санаторий или профилакторий с высоким классом обслуживания. Принятые там процедуры произведут чудесный оздоровительный эффект. Козерог. Могут испортиться отношения с родителями, как собственными, так и с супруга. В своем доме вам может быть холодно и неуютно вплоть до конца месяца. Если родители не будут забывать об обязательствах перед своими детьми и станут поддерживать их, то в ответ на это дети будут только благодарны им и сделают все, чтобы в доме царили спокойствие и тишина. Водолей. Эмоциональные перенапряжения дадут о себе знать, напоминая о ваших слабых местах. Сегодня можно заняться общеукрепляющими практиками, изучить различные методики лечения недугов, выбрать для себя подходящую и начать ее придерживаться. Рыбы. Хороший день для совместного отдыха или творческой деятельности. Можете вместе с близкими вам людьми отправиться в поездку или пригласите их на свой творческий вечер, либо общественное мероприятие. Сегодня не стоит затевать ремонт или другие тяжелые работы.
Доброе утро! Говорим мы тем, кто только просыпается. Сегодня понедельник, 14 ноября. Вы смотрите утреннюю программу с Асель Арыстанголиевой. Согласно сайту Гисметия, сегодня ожидаются осадки с температурой воздуха плюс 5, плюс 1. А уже к концу недели будет минус 1, минус 6. Так что следите за погодой и следите, главное, за дорогой. Надеемся, водители все летние шины уже заменили на зимние. А в омыватель для стекол авто уже залили жидкость с пометкой минус 30 градусов. Ведь от этих деталей зависит состояние вашего авто. Все лучшее только для вашего транспорта. Именно с таким девизом работает Nordglass Актобе. Специалисты компании используют только самые качественные расходные материалы, в том числе оригинальные молдинги и ремонтные резинки ведущих европейских и российских производителей, гели для датчиков дождя, датчиков света и камер. Наличие и использование подобного ассортимента необходимых расходных материалов позволяет получить клиенту эстетический вид автомобиля с работающими датчиками после замены автостекла. Приоритет компании Nordglass Актобе – предоставление качественных услуг по ремонту, замене лобовых стекол и любых других стекол на все виды автотранспорта, в том числе и спецтехнику. В Nordglass Актобе самый большой ассортимент автомобильных стекол, самые выгодные цены и скидки. Выбирайте лучшее и лучших. Nordglass Актобе ждет вас по адресу: проспект 312 стрелковой дивизии 24А или на автоярмарке «Автолад», вход номер 3, второй этаж, бутик номер 408. Номер телефона тоже озвучу: 8-701-724-0026. Он, кстати, указан в их инстаграм: собачка, автостекло, нижнее подчеркивание, Nordglass, нижнее подчеркивание, Актобе. Они уже более 15 лет на рынке и всегда занимают лидирующие позиции в области продаж автозапчастей и замены автостекол. Кстати, буквально через 5 дней, а именно 19 ноября, будут отмечать День стекла, а в России – День работников стекольной промышленности. Ну а какие события выпали на сегодня, 14 ноября, предлагаю узнать из нашей традиционной рубрики. Календарь на 14 ноября. Сегодня отмечается Международный день логопеда. Профессиональный праздник появился в 2004 году. Работа логопеда заключается в том, чтобы изучать нарушения речи, выявлять их и устранять специальными методиками. Сегодня большая часть пациентов логопеда – это дети дошкольного и младшего возраста. Но этот специалист также решает проблемы, связанные с речевой коммуникативностью и взрослых людей. Работу логопеда сложно переоценить, ведь правильная речь – залог уверенности в себе. Еще сегодня день борьбы против диабета. Впервые Всемирный день борьбы против диабета справлялся в 1991 году. Идею действия выдвинула Международная диабетическая федерация и Всемирная организация здравоохранения. Инициатива нашла поддержку и начала набирать популярность по всему миру. И с 2007 года проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Решение об этом закреплено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Дата имеет символическое значение. Она приурочена ко дню рождения Фредерика Бантинга, открывшего гормон инсулин и спасшего многие жизни. 182 года назад родился французский художник, один из основателей импрессионизма – Клод Мане. После армии Мане поступил на факультет искусств, но вскоре бросил университет и начал заниматься в студии живописи Шарля Глейра. Одновременно студию посещали Огюст Ренуар и Фредерик Базиль. Все вместе они стали основой движения импрессионистов. Название направлению дала картина Мане «Впечатление. Восходящее солнце», написанная после поездки в Англию и Голландию в 1872 году. Первой известной работой художника, дошедшей до наших дней, стал портрет его будущей жены Камилы, «Камила» или «Портрет дамы в зеленом платье». Перед этим Мане написал картину «Завтрак на траве», но сохранилась лишь ее уменьшенная копия. Художник создал такие шедевры, как «Сирень на солнце», «Поле маков у Аржантея», «Вокзал Сен-Лазар», «Стага». После смерти первой жены Мане женится второй раз. В итоге он пережил и вторую жену, и своего старшего сына. Умер Клод Мане 5 декабря 1926 года в Живерни на 87-м году жизни. Также сегодня день рождения у шведской писательницы Астрид Линдгрен. Она родилась 115 лет назад.
С начала 1970-х годов написанные Астрид Линдгрен книги неизменно возглавляют список самых популярных произведений для детей. Ее произведения изданы на 58 языках. И даже говорят, что если весь тираж книг Астрид Линдгрен поставить в вертикальную стопку, то она в 175 раз будет выше Эйфелевой башни. Сказку «Пеппи длинный чулок» она написала в подарок дочери в 1944 году. Книжка молниеносно стала популярной, ей присудили несколько призов, а издатели быстро объяснили автору, что на жизнь можно зарабатывать литературой. Астрид оказалась плодовитой писательницей. Если считать книжки-картинки, из-под ее пера вышло в общей сложности около 80 произведений. Только за 1944-1950 годы Линдгрен сочинила трилогию о Пеппи Длинный Чулок, две повести о детях из Бюллербю, три книжки для девочек, детектив, два сборника сказок, сборник песен, четыре пьесы и две книжки-картинки. В 1946 году она опубликовала первую повесть о сыщике Калле Блюмквисте и завоевала первую премию на литературном конкурсе. Через пять лет вышло продолжение «Калле Блюмквист рисует», а в 1953 году завершающая часть трилогии «Калле Блюмквист и Расмус». Уже через год из-под пера писательницы вышла первая из трех ее сказочных повестей «Мио, мой Мио», где она с помощью сказки затронула тему одиноких и брошенных детей. И, конечно же, знаменитая трилогия Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» и «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять». Сегодня любима, известная многими взрослыми и малышами разных стран. Астрид Линдгрен была необычайно разносторонним автором, готовым экспериментировать в самых разных жанрах. В 1958 году она была награждена медалью Ханса Кристиана Андерсена, которую называют Нобелевской премией в детской литературе, а затем множеством других наград. Причем, помимо наград, присуждаемых сугубо детским писателям, Линдгрен получила и ряд премий для взрослых авторов. Детская писательница стала первой женщиной, которой при жизни был поставлен памятник. Он находится в центре Стокгольма, и Астрид присутствовала на торжественной церемонии его открытия. Скончалась Астрид Линдгрен 28 января 2002 года на 95-м году жизни в Стокгольме. Продолжаем наш эфир. Сегодня понедельник, 14 ноября. Честно признаться, будить вас в понедельник после активных выходных дней – дело непростое и очень ответственное. Но, тем не менее, я постараюсь справиться со своими функциями и со своей задачей. И наш утренний эфир предлагаю прямо сейчас продолжить под задорную, веселую осеннюю мелодию. Я не ангел, ты же знаешь, в этот раз побудь один. Потуши со мною свет и представь, меня здесь нет. Я не ангел, понимаешь, потому весь день молчим. Так бывает каждый год, вместе с осенью пройдет. Все меняет ноябрь, отыграли свое повзрослевшие дети. Закрывает ноябрь в книге жизни моей золотую главу. Наступает ноябрь в ожерелье ночей, самых длинных на свете. Все меняет ноябрь, я тебя в этот раз в дом к себе не зову. Отшумели листопады, в этом городе зима. Вот который год подряд наступает на угад. Пряча боль внутри себя, снова дом приснился мне. Опустевший ноябрь, все меняет ноябрь.
Доброе утро, говорим мы тем, кто только присоединился. Сегодня понедельник, 14 ноября. Итак, встречаем учителей и учеников. Сегодня в студии Сатенова Шолпан Аскарбековна, заместитель директора по учебно-методической работе средней общеобразовательной школы гимназии БЛМ. И ее ученики – это Жумакужа Жанбырбаев, ученик 8 В класса, и Асем Жоламанова, ученица 9 Г класса. Очень рада вас приветствовать. Мы тоже рады вас видеть. Совсем недавно вы вернулись из Турции, из Стамбула, где проходила международная выставка. Давайте об этом сегодня поговорим. Очень интересно, потому что выезд за рубеж, мне кажется, это дополнительно не только знания, но и эмоции. Шолпан Аскарбековна, давайте начнем с вас, наверное. Расскажите, пожалуйста, что за конференция была, на какую тематику, в каких числах проходила? Да, буквально 5 ноября мы вылетели с нашими учениками в Турцию, в город Стамбул. Там проходила большая обширная конференция. Проходила она вообще со 2 ноября, и закрытие у нас прошло 9 ноября. К сожалению, мы на закрытие не успели, так как мы заказали все билеты, рейсы прямые, поэтому 9 числа нам пришлось вернуться. Но, тем не менее, мы не остались в стороне, конференция прошла очень хорошо, встретили нас тоже замечательно, мы поехали от школы БЛМ, с нами вместе поехали 32 ученика. То есть здесь только десятая часть учеников? Да, целая делегация отправилась? 32 ученика поехали с нами защищать проект. Проекты мы готовили в течение 2 месяцев, потому что письмо к нам пришло за 2 месяца вперед, еще в начале сентября месяца. Работы были интересны, потому что более 30 секций работало, так как ученики выбрали разные направления. Готовились буквально мы, можно сказать, на своем языке, именно на казахском. Потом некоторые ученики готовились на английском языках, так как вопросы задавались на английском и на русском. Но когда объясняли мы на русском, на казахском языке, с нами стояли переводчики, которые объясняли именно турецким детям, так как у нас мы соревновались большинство с турецкими детьми. И, соответственно, у нас было 3 минуты доклад, 3 минуты перевод на турецком языке. И вот так каждый ученик по несколько часов, мы целый день почти были на конференции. Вот это да. Да. Ну, конференция прям сразу не началась. Первый день мы приехали, первый день мы заехали. Второй день у нас была экскурсия по Стамбулу. Третий день экскурсия по музеям. После музея мы посетили именно мечеть Ахмета Султана, Султана Ахмета мечеть посетили дети. Также после обеда, для нас было неожиданностью, конечно, мы посетили, именно нас пригласили организаторы к Акиму Стамбула, города Стамбул, именно Ускудур. Видимо, у них, мы так поняли, что делится по районам, как у нас делится. Вот. Район Алматы, да, Астаны, так как, точно так же? Да, так как там 40 миллионов миллион человек проживает, скорее всего, их так вот разделили. Но мы были именно в районе Ускудур. Это находилось на берегу Азии. У них там делится Европа, да, Азия. Верно. Да. Мы были именно в стороне Азии. Там более тихо было, и университеты к нам рядом было, рядышком с нами вместе. Устроили нас в гостиницу. Все было замечательно. Организаторы очень молодцы, проработали. Даже мы неожиданно попали вот к Акиму города. Хорошо, что мы поехали с нашими подарками. Так. Конечно, вручили им наши казахские, конечно, для всех казахстанских, конечно же, мы ахсакалам вручаем шапан. Так. Мы вручили ему тоже шапан. Как он отреагировал? Он был удивлен. Удивлен именно касательно детей. Жалко, что он принять нас всех 35 не смог. Но, в принципе, принял только 5, по-моему, или 6, да, учеников. Вот среди учеников как раз Жумакужа с нами был. Уже похоже, это надо спросить его впечатление, его в первую очередь. Как ответственность? В целом о поездке несколько слов, конечно, Жумакужа. И если вы пришли сегодня с инструментом, а я знаю, у нас было до эфира немного времени, если я правильно поняла, вы смогли исполнить что-то для Акима? Да, я смог исполнить для Акима «Ки Курманга Зе Адай». Его впечатления очень хорошие. Я сам был в шоке, что встретился с Акимом в Стамбуле.
Ну, приятно, мне кажется, было, да, сыграть для такого высокопоставленного чиновника. И ему было приятно услышать от гостя его страны такие мотивы. Ну, в целом, перейдем к детям о проектах или все-таки организационную часть договорим? Нет, в принципе, можно перейти к проекту, но хотелось бы еще добавить. С нами вместе поехали не только Жумакожа, но и Алишер тоже сыграл на домбре, тоже исполнили произведение Курмангазы Сагарбайулы. Но, тем не менее, Алишер от такого удивления, он даже оставил свою домбру в подарок ему. Вот это да, потому подарок. Что поехали два мальчика именно на проект со своими инструментами. Но, тем не менее, как-то они... можно сказать, во время проекта как-то сориентировались и одной домбурой сыграли в разных номинациях, они просто были. Поэтому успели, так что ничего такого страшного не было, он переживал, когда после отдал. Ну, это в первую очередь... Было сделано искренне от души, искренне от ребенка. Души, да, и как-то он тоже был удивлен с принятием таким, такого подарка. Ну, например, рассказать полностью эмоционально это могут только дети, потому что это их впечатление, потому что едут они впервые на такую большую международную конференцию. Мы-то участвовали, наши школы, уже в республиканских, областных и городских мероприятиях. Но на международном мы впервые со школы были, выехали. Как отбирали учеников? По знаниям, либо по итоговой какой-то оценке, либо по способностям? Вот пришла тематика проекта, к примеру, по той или иной сфере деятельности, если я правильно поняла. Скорее всего, музыкальная была, да? То нет, что-то. Данные дети, они вообще подготовлены, давно участвуют в проектных работах. Они в областных, городских. Конечно, за лучшие проекты. Мы отбирали именно по проекту. Интересные, актуальные, потому что тема названия международной конференция была именно актуальной проблемой 21 века, так. Именно и касательно все, остальное наука навык. И образования. Угу. Поэтому мы выбирали касательно данной темы, не отходили. Угу. Ну, Жумакожа, раз уже перешли к вам, говорили о том, что вы сыграли все-таки для Акима произведение Курмангазы, почему выбрали именно это произведение и с каким проектом в целом вы поехали на международную конференцию? Расскажите, пожалуйста. Мой проект был «Влияние творчества Курмангазы Сапарбаева на развитие казахской музыкальной культуры». Она была мне очень близка, потому что я учусь в музыкальной школе номер один. И ради этого я сыграл Аким Киадай. А как давно вы занимаетесь музыкой? Уже где-то 7-8 лет. 7-8 лет. То есть вы уже как идете на профессиональную, да, ступень, выходите? Да, я иду на профессиональную ступень. А проект ваш вот в плане защиты, наверное, и другие проекты, да, были в том числе? Не знаю, вот как по поводу перевода. То есть была ли такая какая-то жесткая конкуренция? Ну, отбиралась именно по секциям, поэтому как-то нашим ученикам в этой стороне немножко было легче. Легче. Но были такие проекты, например, по математике, человек, несколько человек, например, тоже было очень тяжеловато. По физике, по истории, именно касательно естественного направления, очень актуально. По музыкальному, по-моему, тоже, да, несколько человек именно защищали свои проекты. И вот среди этих проектов, вот, наш Жумакожа занял первое место. Первое место. Не могу вас не попросить, конечно же, раз вы пришли с инструментом, исполнить то, что вы играли на конференции в рамках проекта, либо для высокопоставленного чиновника. Будет интересно услышать, мне кажется, нашим телезрителям, чем вы могли поразить, удивить и все-таки это эмоции. Хорошо.
потрясающе. Спасибо вам огромное за исполнение. Вот, казалось бы, живем в Казахстане, очень часто на различных мероприятиях слышим игру «Домбры», да? Но, тем не менее, всегда с замиранием сердца слышишь, как играют подрастающие поколения. Огромное вам спасибо за исполнение. На самом деле, просто виртуозно, потрясающе, прекрасно. Мы тоже этим удивили, Акима. Часто ли вы привлекаете Жума Кожу для выступления именно в мероприятиях в рамках школ? В рамках школы он часто участвует, а также он только что вам сказал, что он ученик музыкальной школы, участвует во многих фестивалях. Вы можете спросить, у него очень много гран-при диплома, да? Диплома первой степени. Он лауреат. Очень такой вот у нас активный мальчик. Как вы успеваете? Я знаю, что учебный процесс в школе-гимназии БЛМ строится с утра до вечера. Когда вы успеваете еще посещать музыкальную секцию? Я посещаю музыкальную секцию, успеваю, потому что с утра. Она начинается с 9 до 9.45. Это вот желание должно быть, и дисциплина прежде всего, и поддержка родителей, наверное, да, в первую очередь? Да. Ну, Асим, давайте, что девушка сидит и молчит, все-таки хочу поспрашивать и по поводу вашего проекта, потому что здесь речь идет о музыке. Что было у вас? Моя секция была математика. Угу. Как раз тот самый сложный сектор, да? Да, очень было много учеников в данной секции. Моя тема – это древние уравнения казахского ханства. Я считаю, что эта тема была великолепной и очень интересной как раз для тюркских народов, как раз для наших братьев, я считаю, потому что мы считаем, что мы для друг друга являемся хорошими друзьями, так что у нас схожие интересы и так далее. Мне очень понравилось, как они нас слушали. Мне очень понравилась вся организация всего проекта. Она была раздумана до мельчайших всяких деталей. Мне, в общем, все понравилось. И благодаря этому проекту не могу не показать то, что у меня теперь сертификат первого места, так. Грамота. Давайте я покажу, а вы будете далее рассказывать. Да. Вот, сертификат первого места. Благодаря этому сертификату теперь я считаю, что это открыло дорогу для моего будущего. Что, какие планы на будущее? У вас 9 класс сейчас, можно после 9 поступать в колледж, а можно доучиться до конца, я так понимаю, и потом поступать в вуз. Вот поездка в Турцию, может быть, она как-то вы пересмотрели свои планы на будущее? Мы посетили один из лучших университетов всей Турции, поэтому я думаю, что он попал в список моих желаемых университетов. Девушка и математика. Обычно девушки чем должны заниматься? Музыкой, творчеством. Как получилось, что у вас математический склад ума, и вы пошли именно по этому направлению? Это точные науки. Очень часто говорят, что девушка и точные науки как-то несовместимы. Наверное, вы с этим не согласны. Я с этим абсолютно не согласна, потому что с детства меня интересовали цифры, все эти уравнения. Мне это все нравилось и до сих пор нравится. Ну, в сложности предмета, да, можно не сомневаться, но, тем не менее, хорошая здесь подмога, мне кажется, не только родители, вот как я сейчас спрашивала, но и педагоги должны в данном случае очень хорошо поддерживать, помогать, наставлять, опять же. Да. Да, моя учительница по математике, алгебра, геометрия, она великолепный человек и всегда поддерживает меня. Расскажите, может быть, вы принимали участие в каких-нибудь городских, областных, либо республиканских олимпиадах в том числе, либо форумах? Да, я принимала участие во всяких олимпиадах по математике, также школьных. Также меня поддерживала Шолпана Асхарбековна, благодарю ее. Я принимала участие в республиканских олимпиадах и также являюсь одной из первых-вторых мест. То есть всегда только призовые места? Да. Ну, это школа. Шолпана Асхарбековна, более 30 детей. Вы единственный родитель, который... Или с вами поехали еще? Нет, с нами поехали. Со мной вместе поехала коллега Агаркия Саматаевна, заместитель директора именно по воспитательной работе, которая именно полностью самая ответственность на ней тяжело была. Если со мной была ответственность с посольством, с бумагами, с разными документациями. То есть распределение такое было? Да. И с нами поехала учитель истории Эльвира Батырбековна. Как раз вот мы трое поехали за каждого ученика. У нас было в общем, 35 человек мы выехали с города Актобе. Ну, в принципе, сем проект, если сказать вкратце, я просто была там, видела, большинство было выигрышный проект, я была удивлена,
И даже ученики Турции заметили, сама даже заметила председатель жюри, она сказала: такое интересное у нее этот слайд был, IT-проект, у нее все в движениях, в анимационных. Я была сама удивлена. И она сама разговаривала анимационно, и тут она разговаривает, и там она... Это она так очень красиво состояла, я не знаю, кто помог ей с анимационным проектом. Кто помогал? Учитель, да, наверное, конечно, очень помогал. Интересно. Вот я просто вспомнила то, что вот именно похвалили, именно касательно ее всего, вот, всего слайда, ее работы, у нее прям все соответственно, точка, точка с точкой. Они не успевали даже переводить за ней на турецком языке. Работы ваших коллег, конкурентов, скажем так, слышали ли вы их тему и что понравилось? Да, я слышала, и мне понравилось, они тоже были интересными. В принципе, у них темы тоже довольно неплохие. Так, тоже актуальные были. Как вы выбирали тему? Сперва я даже не знала, какой предмет выбрать. Но я потом в раздумьях поняла, что мне больше всего нравится математика. Все-таки оставили за собой право. Да, все-таки оставила за собой это право. И решила, что математика мне ближе всего, и... попросила о помощи мою классную руководительницу, которая является и преподавательницей по алгебре и геометрии. Мы с ней вместе выбрали тему для меня. Как раз я считаю, что она будет актуальна для нашего поколения и как раз для Турции. Ну что, могу только поздравить, восхищаться такими детьми, потому что на самом деле воспитываем поколение современных, очень интеллектуальных детей. Сейчас начали говорить о педагогах. Шолпан Аскарбековна, несколько слов все-таки о коллегах скажите. И в целом об учебном процессе школы и гимназии были. Буквально, если можно, коротко, да, в заключении нашей беседы. В заключение могу сказать, в этом году у нас... наша копилка школы пополнилась действительно очень хорошими, сильными педагогами, потому что собрались с первого года во второй учебный год, и педагоги, большинство исследователей собралось очень много. Ну, соответственно, когда такие педагоги, почему бы не учиться бы? Даже учитель года у нас работает в школе, блин, для нас. Действительно, в этом году достижений очень много. Я надеюсь, что я только начало учебного года, а конец учебного года мы еще покажем закончим с большими результатами. Также хочу отметить, вы, скорее всего, видите, на столах у нас сертификаты денежные. Да, давайте я покажу пока. Вот у нас сегодня было торжественное награждение в школе БЛМ. И это имени Айгуля Мангазиевны, соответственно, нашего замечательного, многоуважаемого учредителя. Благодаря ей буквально выделили детям, которые заняли места, сертификаты по 20 тысяч тенге, первые места, вторые места по 15 тысяч тенге, третьи места по 10 тысяч тенге. Это в первую очередь мотивация для наших детей. Смотря на эти дети, на данных наших победителей, остальные ученики тоже загорелись, конечно, участвовать во всех мероприятиях. Наш учредитель Замзагуль Хамитовна вот каждого ученика, занявшего областного, республиканского уровня сертификат или дипломы по достижениям, всегда награждает денежными сертификациями в виде мотивации. Дети, соответственно, конечно, наши говорят, они хотят ездить, хотят показать себя. Каждый ученик хочет что-то показать своей работы. Ну и, соответственно, наши руководители... руководителям тоже выдали сертификаты, денежные сертификаты, поощрения в размере 20 тысяч тенге. Это тоже для учителей, в первую очередь, мотивация, потому что только учителя готовят нас, таких талантливых детей. Верно вы все говорите. Я могу лишь сказать, вот вы начали говорить о школе, да, что результаты такие масштабные, и что вы развиваетесь в этом направлении, что до конца учебного года это наверняка не последнее участие в международном конкурсе, соответственно, в городском, областном и республиканском. И надо сказать, что совсем недавно образовалась школа, гимназия БЛИМ, и уже такие результаты. Я вот это только хотела подчеркнуть, поэтому перебила вас. Да, мы уже второй год в этом году работаем, и... действительно, реально за 2 года мы достигли таких результатов, которые за несколько лет не могут достигнуть там обыкновенная школа. Ну, соответственно, у нас и учеников тоже количество много. Ну, соответственно, хотелось бы поблагодарить вас за приглашение на данный эфир. Очень приятно часто приходить сюда к вам. Ну, и, соответственно, наши дети что скажут? Давайте напоследок буквально по 2 предложения.
хочу поблагодарить вас и учителей за то, что организовали такую поездку. Впервые побывал на международной конференции. Mm-hmm. Считаю это большим достижением. Спасибо большое. Также спасибо вам, что пригласили нас. Спасибо огромное, что пришли. Я хочу поблагодарить Шолпана Скарбекову за такую хорошую поездку и своего руководителя Ниязова Динамо Газину. Вот так вот. Спасибо огромное. Все фамилии услышали. Еще раз хочу пожелать вам успехов и рады видеть вас в студии вновь с новыми достижениями. Огромное спасибо. Напомню, сегодня у нас в студии были Сатенова Шолпан Аскарбековна, заместитель директора по учебно-методической работе средней общеобразовательной школы и гимназии БЛМ, и ученики Жума Кожа Жанбырбаев, ученик 8 В класса, и Асем Жоламанова, ученица 9 Г класса. Друзья, ну что ж, напомню, что сегодня говорили о поездке актюбинской делегации из школы гимназии БЛМ 5-9 ноября в Стамбуле, в Турции, проходила международная конференция, где дети смогли продемонстрировать свои знания, умения и навыки, защитив проекты. Сегодня говорили о науке, образовании и школьниках. Подводили итоги, выстраивали планы на будущий год. Так эфирное время пролетело незаметно. Пришла пора прощаться. Но напоследок хочу напомнить, что в магазине «Туркови» привлекательные цены и акции. И сейчас у них отличные скидки на семейные наборы халатов. Их стоимость от 30 тысяч тенге. Между тем, напоминаю, что до Нового года осталось всего полтора месяца, если быть точной, 47 дней. А подарки нужно присматривать уже сейчас, так что бегом в Туркови. Здесь не только наборы для ванной комнаты и бани, но мягкая мебель, наборы стульев, столы, декор, полотенца, постельное белье, коврики, скатерти и многое-многое другое. Весь товар прямиком из Турции, а это значит по приемлемой цене и качественный. Туркови в нашем городе больше 5 лет. Их качеству и бренду можно доверять. Расположены они по проспекту Санкибай-Батыра, 24Т. Но удобнее подписаться на их инстаграм @Туркови. Он очень простой, чтобы быть в курсе всех скидок. Оставаться в курсе всех изменений в бухгалтерской и налоговой отчетности вам поможет компания «Профсервис». В их инстаграм много рекомендаций, в том числе расчеты МРП, зарплаты и минимального прожиточного минимума. Также важна информация для предпринимателей, к примеру, о простом и удобном налоговом режиме на основе упрощенной декларации. Ну, проще мы их так и называем – упрощенка. Режим предполагает минимизацию учетных процедур, легкость составления и сдачи отчетности, что позволяет владельцу обойтись без помощи бухгалтера, особенно если это ИП не использует труд наемных работников. Применить упрощенку могут ИП одновременно, соответствующие следующим критериям. Ну, все вопросы, связанные с режимом упрощенки, регулируются статьей 683 Налогового кодекса Республики Казахстан. Нужно соответствовать всем условиям одновременно. И если нарушен хотя бы один пункт, ИП с упрощенки автоматически переходит на общий установленный режим. Представляете? Также на данный режим с упрощенки можно перейти добровольно, подав налоговое заявление в личном кабинете на портале salak.kz. Но лучше, мне кажется, не озадачиваться такими деталями, а заниматься бизнесом и обратиться сразу к компетентным специалистам, коим является компания «Профсервис». Качественно, конфиденциально. Команда профессионалов по цене одного бухгалтера. Они работают по всему Казахстану. Их номер телефона 8-771-858-99-29. Инстаграм @profser.kz. Адрес, кстати, новый. Теперь офис расположен хоть и в микрорайоне Батас-2, но уже в доме номер 5, офис номер 4. На этом мы прощаемся с вами, друзья. Встретимся теперь уже в среду, 16 ноября. До скорых встреч. Не скучайте. Пусть этот понедельник для вас будет запоминающимся, позитивным, а главное, добрым и здоровым. До скорых встреч.